такой еще ерундой занимаемся часто и густо. Получается, 5-4 ярус контейнера на выгрузку идут, а удочка, которая открывает полуавтоматы эти с хвостиками, дергать удочка, получается, за эти хвостики, у них достает только до 3-го яруса. И приходится 4-5 ярус раскреплять с люльки вот таким макаром. Потихонечку. Люльки, люди на этой сумасшедшей высоте, поэтому тут надо аккуратненько, не спеша. Я в таких ситуациях вообще выключаю гидравлику. Ну, с включенной гидравликой взял люльку, закрыл замки и отключил гидравлику, чтобы, не дай бог, где-то что-то не нажалось. Потому что работаешь с людьми, надо быть предельно осторожным. Мы уже 4 номера раскрепили. Это уже какой-то уже... А, это уже вот 5-й начали с кормы. Сейчас поедем его с носа. Пришли ребята из сторонней организации, получается, сказали с ними все верхние ярусы раскрепить, и вроде как они типа будут уходить, ну а мы тогда будем дальше выгружать. Ну это, я не знаю, так тоже вилами по воде, вот с этими полуавтоматами, там вроде хвостик дернул, он вроде открыт, а все равно где-то что-то держит. Но все равно придется опять люльку брать, ну будем надеяться, что не придется. Догоним Юрчу. Таким вылетом, как тут тележка работает, блин, так плавно ее вести, это мне трудов стоит, блин, не так уж и просто, блин, этот момент на ручке найти. Чуть только больше, даже вью, полетел на вылет. Молодец, успевает. Беспрерывно я толкаю потихоньку в одном темпе, успевает открывать. Потому что автоматы хорошо, хорошие попадают.
Номер такой 1-1-1-3-1-1. Получается, это какой? Шестой номер будет, последний будет. С кормы и снялся еще. Даже слышу, как он открывает. Только я не знаю, зафиксировался или нет, чтобы дальше тянуть. Ну, еще раз. Есть. Так, давай. Есть. Есть.
Так, поехали дальше у нас. Зазвонить пацанам, чтобы ехали на тягачах, отключаю телефончик.